В администрации городского округа Люберцы прошло первое в этом году еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений и ведомств отчитались о работе, проделанной в новогодние дни. Подробнее в следующем сюжете. Полковник полиции Евгений Романцев доложил оперативную обстановку в округе. По его словам, 1 января в Люберцах совершено 2 убийства. О пожарной безопасности рассказал начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Максим Катаев. Он отметил, что за отчетный период в муниципалитете произошло 7 пожаров. Пострадавших нет. О работе жилищно-коммунального хозяйства доложил Василий Власов. Также он обозначил планы на текущий год. У нас запланирован ремонт 146 подъездов. Это в основном две управляющие компании ЛГЖТ и Содействие. Также у нас запланирован план по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов. Запланировано 110 домов выполнить в этом году. В рамках программы социальной поддержки молодых семей глава округа вручил сертификаты на получение социальной выплаты 12 семьям. Всего с 2009 года, благодаря поддержке администрации, жилищные условия в Люберцах смогли увеличить почти 70 молодых семей. Социальные выплаты представляются молодым семьям, то есть возраст супругов до 35 лет включительно, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров на человека. В ходе совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с уборкой дорог от снега и наледи, вывозом мусора и работой уличного освещения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.